Всем здравствуйте, старые гиперборейские, снова с вами, и мы продолжаем воевать во имя Иерусалима в моде «Во имя Иерусалима». У нас идет 124-й день наших приключений. Мы сейчас находимся неподалеку от маршала. Вот чуть-чуть мне не хватило до него добежать. Меня штрафанули за то, что я такой секой, немазанный, конечно, сухой. Так, а в Кесарии у нас, кстати, меч лежит. Но я думаю, давайте до Кесарии успеем, а потом за ним тогда уже. Успеем мы до Кесарии дойти. Найдем. Ну, там, скорее всего, там около на Тиверию напали джихадисты. По этой вот причине он, наверное, туда и поперся. Что-то как-то нету этого. Овса, может быть, ну, в этом нашем, как его, меч крестоносца. Каленый меч Сквайра. Тяжелый арбалетец. Тяжелый, погнутый итальянский, блин. Кстати, а погнутые лечатся? Правильно, ведь они же лечатся. Тут мне говорили, что итальянский арбалет, он типа самый офигительный. Если я возьму погнутый итальянский. Ну, парень, нельзя его использовать, конечно, на коне, но он мне пригодится, допустим, в этом. Не знаю, черт. Ну, хотя что, 700 рублей, мы сейчас проверим. Что такого-то? Сможет он его... Мастер этот... Установить, блин, болтов нету на него, правда, только. Ну, найдем, в конце концов. Так, ладно. Так, что я хотел здесь еще сделать? В таверну забежать, посмотреть, нет ли здесь продажной твари. Что тебе надо-то все? Лучше я, чем он. Северный меч дали. Пошли гуляться по улицам. Так. Вот и мы загулялись, блин. А вы думаете, я помню, где здесь это чмо? Вот этот, что ли? Да, блин, доспешник. Ну-ка, быстро сказали, где оружейник. Вон он, скорее всего, стоит. Нет, это... Не, оружейник, оружейник. Так, я здесь, чтобы забрать свое снаряжение. Так, тамплиерский меч. Так, ну-ка давай сверимся с картотекой. Каленый тамплиерский, 36-34. Угу. Так, сейчас насчет арбалета у него попытаемся узнать. Длина 100, скорость 101. Одноручная. Хороший, слушай, меч-то, между прочим. Офигенский. И длина такая, не маленькая, и скорость нормальная, и удары, и всякая фигня. Так, сейчас нужен погнутый арбалет. Хрен, погнутый арбалет не ремонтирует.
Греческий, длинный, закаленный, тамплиерский. Так. А сколько стоит закаленный тамплиерский меч? 3600. У меня денег нет. А тебе, Гектор, что тут надо? Надо деньги копить. Деньги-то всего 300 рублей. Азаты, аспеты, блин, карапеты. Кейсери, Хама, Александрия, Бейрут. Что-то нету пока никаких этих. Чего здесь продать? Так, где мой хатин? Поехали. Сейчас еще раз проверим. Подожди, что-то я там сейчас видел только что. А, вот не они, эти джихадисты, блин, стоят. 1300. Мельницу строить и строить. Феодальные копья. Даже дворян никаких не могу нанять. Так. Роман прикидывает. Мне не хватит денег, блин. Пока не могу я тут ничего строить, у меня бабла нету. Форпосты эти всякие. Может быть, без поместья нет и дворян. И вот этих моих, этих жуликов, которых я нанять могу. Ладно, поехали в Кесарию. Лучше мечи пока будем улучшаться. Тут все делать. Хрен ли. Хотя если они Тиверию захватят, они хатин-то у меня не отожмут, блин. Так, кончилась жрачка, блин. Для лошадей. Блин, лучше бы я изнутра пошел. Подожди, а у меня денег-то есть? Есть. Там 3, что с чем-то надо было. Овес у него есть, смотри, а что не торгует-то?
О, шерстью можно торгануть. Только денег не хватит. Так, ну чё, кого будем сейчас лупить-то? Кто тут есть-то? Вот пираты, например. That's a nice head you have on your shoulders. Салем. Итальянский арбалет не чинится. Да. Чё я у себя-то не купил, дебил? Давайся, блин. Или помри. Чё, блин? Охамевший такой, а? Блюдоне-то, смотри, еще один. Умник. Так, а никого не захватили. Так, а где пираты? Мне обещали много пиратов. А их нету. Так, шерсть. Так, гильдер. Так,
есть работа. Чего там доставить? Чтобы отыскали пустынные бандиты. Блин, ну это охереешь сейчас их искать. Ну ладно, я возьмусь, конечно. Может, сейчас повезет, что они прям сразу здесь где-нибудь будут. Да ну нет уж. Не повезло, называется. Что у тебя есть? Ничего хорошего. Так, а что у меня по книжке-то? 14% только прочитали, но мы долго-то не сидим нигде. Нельзя. Денег нет, но я, собственно, еду посмотреть, что у малыша, может, что новенькое появилось. Так, госпитальерская Сюрко, 65-я. Хорошая зараза, блин. Тамплиерская, 61-я. Слушай, у госпитальеров лучше одежа. Может, перевступить в госпитальерский орден. Не знаю. 109-й щит. 109-й. 143-й. Толстый темплиерский рыцарский каплевидный. Слушай, он лучше. 109. Сопротивление 54. Сопротивление. Да ничего не лучше. Хер поймешь, тут что лучше. Денег у меня все равно нету, так посмотреть. Боевое копье. Кстати, боевое копье тоже можно было улучшить. Так, а тяжелый кавалерийский топор, как вы видите, хрен ломается. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Так, стрелки. Сколько их? 5. 300 динаров. Хорошо, этим салтом нужно пройти подготовкой. Это займет 24 часа. Вот оно как работает, блин. Так, подожди-ка мы. Что, я не могу здесь подождать, что ли? Где эта здесь фигня? Поговорить, идти, отправиться, посетить таверну. Почему я не могу подождать? Итальянские наемники. Посредник. Путешественник. Вот, теперь есть отдыхать. А, денег не было. 24 часа. Ну, вот сейчас посидим. Заодно будем смотреть на этих. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Только что я, по-моему, здесь синеньких херовины видел. Рено Шатильон сообщает, что на праздник. На праздник мне не надо. Так, ну раннее утро, там было утро. Ну давай до дня, до полдня подождем, да? Обучение ваших войск закончено. Так. Мне там выдал.
Вот у вас тут очереди-то ходят. Как поживают мои солдаты? Они сейчас готовы. Так, пехота. 5. Угу. Подожди. Потом мы идем. Так, кого он мне дал? Мне просто интересно. Так, они же должны внизу оказаться, да? Ну и чё, кто это? Из кто, из кого? Ветеран-арбалетчик, вот этого, что ли? 5 мне должны были дать. Пехотинец Иерусалима. Арбалетчик тамплиеров, ветеран. Кого он мне тут дает? Брат Сквайр, что ли? Сержант. Я первый раз же я ему отдал лучников. Сейчас отдал 5 пехотинцев. Так я понимаю, брат. Денег хватает. Ну, по его меркам, как бы. Ладно, поехали искать жлобов, блин. Ну, их, может, уже кто и убил. Слышь, крестоносец, дело есть к тебе. Ну, к этому. Это там. Ты видел язычников? Они прячутся в этой стране. Мы их всех найдем. Нет, с этими нельзя поговорить. Это надо с караваном говорить. Обычно язычников видит караваны. Так, что у нас там? Тиверию, понятное дело, отжали. Давай, ладно, съездим в этот. Сейчас, чтобы мне было понятнее, я сейчас вот что сделаю. А, естественно, Хатин уже не мой. Ну, а то... Правильно, что я там ничего не улучшал. Так, видел? Не видел. Обучение оруженосцев. Так, кого? Обучение ваших оруженосцев-тамплиеров. Оруженосцы должны появиться. Да, сколько у меня сейчас оруженосцев? Подожди-ка. Тамплиер, брат, сержант. Вообще ни одного оруженосца нет. Посмотрите, кого он даст мне. Вот что я хочу понять. Ну, по идее, должен оруженосцев дать, да? Шесть часов. 10. Ну и что ты мне дал? Что-то, по-моему... Вот я 10 отдал. Сержант... Этот, что ли, 5, вот прям как-то прям 5 получается, да? Садники. Тамплиер, брат Сквайр. Рыцарь.
Хрен знает. Но сейчас я 10 отдал, грубо говоря. Кого появится 10, сейчас иди, пойди, пойми. Так. Поедем в сторону Аскалона, может быть, там найдем. Стыдные бандиты, лохи. От них и никакого нету. Навару. Да, вот больше такую херню. Вы помните, мы тогда с читами-то, конечно, я нашел. Сейчас у меня читы не стоят, так что... Смотрел. Так, давай-ка еще раз посмотрим. Арбалетчик. Тамплиер. Тиран-арбалетчик Иерусалима. Лучник Иерусалима. Получается, у меня арбалетчик тамплиеров вот 10. Вот этот. А здесь ветеран. А чем они круче простых? Хрен его знает, чем они лучше. Никто. Всех уже получил. Никто не пришел. Стало 8. Было 77, стало 87. Кто ко мне прибавился? Сержанты, что ли, блин? Или копьеносцы. Вот эти, наверное, копьеносцы тамплиеров, наверное, вот эти вот, да. Не было тут 18 у меня копьеносцев. Назад карапет. Туркопол, шмуркопол. Садник. Тамплиер-брат. Вали с своими перьями, блин. Прошлым разом мы уже эти перья собирали. О, бойня. Сколько вас тут? Давай-ка все туда. Все. Сначала ты, потом ты, теперь еще и я. Так, Джуселин, я гиперборейский, трали-валики летели. Шайку видел? Не видел. Пошли Тиверию отбивать. Двоечник. Блин.
теперь деревень-то нету никаких. А может мне сейчас, когда новую эту деревню дадут? А? А там, глядишь... Тварь вёрткая. Руби его, парни. Отойди нахрен. Так воевать не нравится. Скакать за ними, вот это никого не поймаешь. Только с пиратами можно, блин, нормально воевать. Отличный бой. Король Гиндлзинян мне сказал. Так, ну у меня с тобой, видишь, как уже хорошо все. Сейчас, подожди, я еще, может быть, это. Тебе надо какую-нибудь... задание взять. Так, есть тут поле битвы, там вся хрень. Да. Так, Лузиньян, ты в Иерусалим поехал? Пошли сейчас у Лузиньяна какую-нибудь работенку спросим. Чё задумался-то? Чё, гиперборейский? Объявите войну, разыскиваю шайку. Вам повезло, мы видели этих подлых 28 часов назад неподалеку от Иерусалима. Если поторопитесь, то успеете отыскать. Да, 28 часов, это конечно. Тут торопись, не торопись, блин. Такс. У меня есть какие дела. Дела у него, блин. Видели, говорит, 28 часов назад неподалеку от Иерусалима. По каким следам? Следы, конечно, я понимаю, что следы. Это следы мои, блин. Перед тем, как сюда приехать. Отряд размером 70-79. Отряд размером 200. Отряд размером 80. Но не может это быть бандитами. Так, фермер, сюда иди. Отряд размером 15. Это крестоносцы могут быть. Надо просто попробовать посидеть. Мог где-то проявиться. Мы видели этих подлых. А может их специально? От меня на определенном расстоянии держат. Дня назад. Ну, гад, не хочет мне ничего, никакую работу давать. Мы видели этих подлых 2 дня назад. 2 дня назад это хорошо.
Два дня они, блин, уже свалили хрен знает куда. Эти подлые. Так, задание провалено. Спасти девушку. Как провалено? Блин, я забыл поговорить с этим, что ли, с гильдмастером. Вот дебил. Я ж ее отвез же до дома. Это здесь так работает теперь, значит, да? Надо было с гильдмастером перетереть. Так, значит, их здесь нету. Может быть, они, гады, на ту сторону пошли. Здесь можно, конечно, нарваться. Ох, сколько их здесь, блин. У меня уже жратва кончается. Денег у вас нету, блин. Тяжелый Моргенштерн, европейский меч. Ничего вкусного. Так, треснутый. Кстати, вот этот вот нахрен мне он туда не нужен. Зачем он мне нужен, если его починить нельзя? Погнутый. Урон 78. Надо искать нормальный. Отвали тогда от меня. Нужно искать нормальный. Так, этот гад тут перья всякие разные ищет. Сынок, дело есть. Мы видели 6 дней назад неподалеку от Аль-Рамех. Аль-Рамех. Аль-Хасан. А, ну и здесь-то это мы и сами могли их видеть. Если бы там сидели, в этом Аль-Рамехе. Подлых. Так, вот какие-то подлые еще ездят. 122 жулика. Эмир. Туркоман Нобль. Туркоман Соплеменник. Гази. Персидский Аскер. Курдский Аскер. Тюрмур, так, Андрат Стрелок. По идее, какие-то лохи все вот так вот смотришь. Шухраны какие-то 17. Я в них не разбираюсь, в этих шухранах, ребят. Сейчас вот это мне придет на помощь, парниша, я так понимаю, да?
Так, гидрозиньяр, так, на-на-на-на-на. Запомни мое имя. Видел? Не видел. Ну, сдавайся тогда. Archer, tenez ferme! Так, все стоять тут, блин, все тенеферы стоям вот тут. Так, вот эти. Chevalier! Infanterie! Chaos! Bolt! Chevalier! Chevalier! Jérusalem! Пойму, откуда они спавнятся. Сейчас тебе будет мугарик. На, вот это с мугарик самый нормальный. Про мугарика забыл. Он зарезен. Иерусалим. Иерусалим мы уважаем. Так, у кого мы можем копьеносца нанять? Арбалетчика, лучника-ветерана, пехотинца и даже туркопола. Так, кто у нас тут повысился? Арбалетчики. У нас, кстати, поубивало некоторое количество народу. Что не очень хорошо. То есть я так понимаю, что я могу сделать. Когда, если у меня будет своя деревня, я там набираю лохов, иду в Иерусалим. Сдаю там, типа, учи их, что ли, так или как? Брисбар. Здорово. Видел? А с тобой я уже по этому поводу разговаривал. Так, у Альмаверика сейчас спросим. Здорово. Жратва кончилась, блин. Поехали быстро в Яфу. За еду работаем практически. А ну.
сержанты, блин. Так, кто-то топотал-то тут был, посредник-то или нет? Разогнал мне скотина всех. Странствующий Ашик здесь был. Посредника не было. Ладно. Назредина, черт вас дери. Точно надо читы включить, блин. И сразу найдется. Где его, хер знает, искать. Так, ладно. Нам вообще-то, по идее, надо заканчивать серию. Такая она не особо информативная, но какая есть. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. Встретимся в следующей серии. Вот никакой. Будем дальше пробовать, что тут можно сделать. Глядишь, может быть, когда-нибудь выбьемся в начальство. Еще раз спасибо и до свидания.